А, вот уже началось. Вот, к чему я начала про архетип, наверное, скорее всего, правильный такой. У каждой энергетики, может быть, там есть какие-то подгруппы, я не знаю. Это все началось сегодня. Поэтому, если не нырнешь вот в этот архетип, когда ты делаешь, работаешь с файлом, ты ничего оттуда не вытащишь, ничего не увидишь. Мало знать программу. Программа – это просто механика, это просто техника, не более того. Когда ныряешь в энергетику человека, работая с его голосовым файлом, здесь идут картинки. Картинки, которые определяют и решают все. Вот как только я нырнула в картинку Симонова, мне стало легче. Вот эта агрессия, которую я восприняла изначально, вот его голос, оно ушло. Что я увидела? Я увидела и уже стала понимать, что я буду подбирать для файла. Волны, пальмы, берег, босые ноги, которые плескаются. Вот типа как Тарзан, который живет себе вольно, хочет рыбу ловит, хочет там дурака валяет, хочет картошку сажать, я не знаю, но это где-то вот у океана. Поэтому океан – это свободная энергетика. Я восприняла как агрессию. Это тоже было ошибочно. А вот как только стало вот это вот увидела все, агрессия ушла, и восприятие агрессии ушло. Ну вот с такой энергетикой, собственно, человек живет. И что я поняла, а ему не надо жить в человеческом вот этом вот бетоне. А вот в этой квартире съемной, или пусть это будет вилла здесь, или там на даче. Ему нужно жить в море. Алла. У океана. Он должен чувствовать и быть внутри свободным. Он может быть с двумя женами жить одновременно со мной, но он внутренне должен быть свободным. И у него не будет вот как сейчасных запоев. У него все ситуации будут как-то решаться. То есть ему нужно опять для его энергетики нужен климат. Вот к чему мы, собственно, о чем разговор. Тогда у него вся ситуация изменится. Это и со здоровьем связано, буквально со всем. То есть мне нужно летать мысленно, ну, поскольку крыльев-то у меня таких вот явно-то нет. Вот. Симонову нужно к океану. Вот его энергетике это будет просто отлично. Я говорю, с детьми, с женами, одному, как угодно. Главное, что ему будет комфортно. Все будет решаться. Это будет совершенно другое здоровье и другие потребности. Вот сейчас у него потребность пить каждый день. А эта ситуация изменится. То есть каждому, каждой энергетике нужен свой климат. Дальше. А дальше мне стало интересно. Ну вот Дима-то, мы с ним уже столько лет общаемся. Оп,